Ребята, всем привет! Хочу сегодня вам рассказать некий лайфхак. Но видите, какая нестандартная ситуация. Я показываю то, что на улице происходит, а вообще надо показывать то, что под раковиной. Ну да ладно, я просто все уже сделал, выкручивать я обратно это не хочу. Смотрите, в чем суть? Значит, вы открыли свой шкаф под раковиной и видите, что у вас из-под гофры, которая идет к раковине, я буду картиночки вставлять, из-под гофры к раковине, из-под раковины, там, из-под этой гофры капает вот маленькими капельками. Так кап-кап-кап-кап-кап-кап. Значит, в местах соединений между гофрой и вот этим основанием, которое выходит из-под раковины, вот такая вот прокладочка внутри идет. Вот эта прокладочка, она по сути своей уже шляпная. То есть из-под нее все протекает. Значит, вы пытаетесь что-то найти, какие-то резинки, подкладки, прокладки, туда все это подкладывать, у вас ничего не получается, все равно все это течет, вы идете, бросаете эту гофру, покупаете новую, вкручиваете новую гофру, а у вас и новая гофра все равно течет, потому что все дело вот в этих прокладках дешманских. Что нужно сделать? Я прикреплю вам картинку и, соответственно, покажу, что нужно делать, потому что... Я говорю, что я трогать не хочу, я уже все закрутил, у меня ничего не течет. Вот. Значит, вот я вставлю сейчас картинку и покажу то место, где нужно отпилить. То есть само основание, где вот там такие вот есть загибы. То есть вот так нужно ровно, ну не обязательно ровно, просто вот так вот отпилить. После того, как вы отпилили этот кусочек от верхней части гофры, вам нужна вот такая вот прокладочка синенькая. Вы просто надеваете на то, что вы отпилили, дальше на трубу. Трубу вставляете в само основание, да, соответственно, как и было, и сверху снова закручиваете. И поверьте мне, на 99,9% течь ничего не будет. Не обязательно ровно отпиливать. Ну, понятно, что там криво не надо, но стараться желательно, конечно, поровне, но если будет чуть-чуть какой-то сгиб, не страшно. Пилить можно либо ножовкой по металлу, либо можно вот таким вот, знаете, канцелярским ножом, только если он острый, смотрите, руки не пораньте. Либо, в общем, короче говоря, острым ножом, главное вот так вот ровненько, ну, как можно стараться ровнее, отпилить вот этот кусочек части трубы. После того, как отпилили, синенькую гофрку, ой, синенькую такую прокладочку туда одели, вставили все на место, закрутили, и течь перестанет. И я так думаю, что течь не будет вообще, пока сама гофра у вас не износится. Вот когда уже гофра сама износится, тогда буду будет менять. А так здесь течь ничего не будет. Вот такая вот прокладочка. Все. То есть два действия: отпилить прокладочку, и все будет у вас окей. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, потому что иногда будут такие лайфхаки на моем канале.